Всем привет! Так. Happy Easter! Ням-ням-ням! Ням-ням-ням! Ой! В конце я покажу домик, который я сделала. Ой! Наклеечки. А вот такая наклеечка у меня. Нет, не думайте, что я хотела видео только снять об этом. У меня в руках сейчас пенал. Пенал, пенал. Кидаем. Ой, камера. Будь жива. Окей, ты мне еще и нужна. Камера. Мне подарила этот пенал Настя, моя подруга, одноклассница. Не знаю, как назвать. Как хотите, считайте. Да, ниточка, подумаешь. Ладно, она его не делала, пенал уже так шел, но она его только разрисовала. Что-то так вышло, ну, нормально. Мы посмеялись над этим. Тут хороший замочек такой. Беленький. Так как мне Паше не очень нравился. Ну, мне нравился, просто негде было носить. Первое, мы берем вот такую наклеечку. Не спрашивайте, где я ее взяла, долго объяснять. Так, мы ее сюда ложим. Окей. Клубничка. Ложим. На уроке иногда мне нужно посмотреться в зеркало, потому что мы с Настей так набаловались. О, давай я тебе сниму. Видишь, я в телефоне снимаю. Солнечный зайчик. Чик-чик-чик-чик. Ну, в общем, вот у меня зеркальце. Ну вот, и мне иногда на уроках один раз Настя себя как-то мазнула, и я такая, на, зеркальце, посмотри. Она такая, а ты наверху не заметила? Я говорю, ой, нечаянно не заметила. Ну ладно. Зеркальце кладем, вот тут зеркальце. Расчесочка. Сюда кладем, не кладем, блин, ложим или как. Без разницы. Мне уже без разницы. Я уже русский язык не очень хорошо знаю. Так. Берем выделители. Красный. Вот с такой стороны они такие. А с другой вот такие. Такие. Ну, в общем, отличия есть. И таких у меня красный. Точнее, розовый, оранжевый, желтый, салатовый, зеленый, голубой и фиолетовый. Окей. Это цветной клей, глиттер. Кстати, видео уже на канале с вот этим клеем. Смотри дальше. Там будет очень интересное видео. Так, тут у нас маленький карандашик. Мне дал лампочки, я в школе возьму. Так. Это я завтра в школе подточу. Это цветной карандаш. Сразу несколько цветов. Все цвета. О, а вот это нам пригодится. Ластик. Милый ластик. Ручка. Кстати, это ручка лабиринт. Вот так. Можешь на уроке вот так походить и писать. Эта бумажка мне нужна. Даже не догадайтесь, я думаю. Она мне нужна для одной цели. Мы складываем этот листочек. Это чтобы, допустим, ручку расписать, чтобы на своей работе не писать. Я, конечно, могу на своей работе писать. Мне за это ничего не будет. Но, в общем, я не хочу свою работу пачкать просто. Потому что из-за хайлайтеров она становится вот такая. И это очень плохо приводит. Так, мы ее скрутили. Ложим. Так она меньше объема занимает. Пенал собран на школу завтра. И я покажу, как я собираю портфель. Так, тут у нас, смотрите, единорожка и фламинго. Вот такие брелки. Пенал готов. Пошли ложить его в портфель. Так. Вот мой портфель. Вот.
можно сказать. Так, а что мне нужно? Так, давайте посмотрим сначала, что у меня в тетрадке. Так, пошли. Камера, мотор, начали. Я ношу в школу только вот эту тетрадку. Здесь я записываю все домашнее задание. У нас всего одно домашнее задание в день. Либо по математике, либо по, ну, типа, если по-вашему, то, ну, если по русской школе, то это либо по литературе, либо по русскому. Но тут просто по ридингу, по английскому, по читанию. Так, ой, раздуло нечаянно, хи-хи. Так, вылезаем, залезаем. Так, ой, нифига себе. Так, тут у нас каникулы. А что не каникулы? Так, это март, апрель. Вот тут апрель. Вам, ребят, вам что-то понятно? Мне понятно. Так, lesson 10.1, reading log. Завтра не нужно это нести, значит. Кидаем, значит, это. Значит, пошлите, положим. Ау, коленом ударилась. Так. Вот сюда положили. О, а вот этот листочек мне пригодится для видео. Так, это зонтик. Так, открываем портфель. Портфель. Ой, извините за бардак. Так, вот у нас. Кстати, как вы думаете, у меня сейчас вечер или утро? Пишите в комментариях, если они, конечно, не заблокированы будут. Так, берем это. Так как завтра у нас почти... Так как у нас завтра короткий день и почти уроков нет, так что я возьму на всякий случай линейку. Потому что мы сейчас проходим типа углу. Прямой угол всякие такие. Бутылочку с водой обязательно, чтобы можно было попить. Ой, вот это можно как раз выкинуть. Кстати, как вы думаете, это можно есть или нет? Тут я пытался мальчик повторить, и он нормально вышел, так что его положим. Здесь влажные салфетки на всякий случай. И готовы? Это моя подруга Настя рисовала. Настя, извини. В стиле аниме я. Дай посмотреть, не мешай камеру. Ну, как-то похоже. Мне кажется, похоже. А вы как думаете? Ой, оно откроется, я надеюсь. А, да, откроется. Открыть. Что у нас тут в маленьком? Ой, какой тут бардак. О, тут... О, QR-код. Давайте, если хотите, можете отсканировать его потом. Вот, ребят, я нашла это в школе на бумажке. Я вырезала и забрала себе. Как вы думаете, что он выдаст? Ответ жди на канале. О, вот тут что-то уже странное. You make a different... Перевести. А, это напоминалка. Ну ладно, не хочу. Так, тут гадалочка. Ответ жди на канале. Ну а пока.